Друзья, доброе утро. Сегодня приехали с Андрюхой на новый водоемчик. Сменили место наше рыбацкое. Родные просторы. Сменили, потому что клев у нас совсем подзатих. Глухозимие сказывается. Вот решили сегодня приехать на новое место, на новый водоем. Сменить обстановку. Скажу, даже более, приехали совсем в другую область, в Томскую. Алтайскую? Да не, мы правдивый канал. Приехали в Томскую область. На разведку, как говорится, посмотреть новые места, новую рыбалку. Вот такая вот стояночка, друзья. Машины. Все в кучке здесь стоят. Там вниз, вот он, спуск. Сейчас пойдем потихонечку. Будем смотреть, что да как. Поехали. Все, друзья, идем к месту. Такое уже движение с утра, друзья. Вот они, палаточки стоят. Одномесочки. Здесь начнем. Ну давай здесь. Лед хороший. Лед уже метровый, считай. Отделим красненького. О, первый подлещик. Пестархозничек. Миленький. Пошел в соседнюю лунку плавать. Туда, к берегу, попробуем. Здесь пока тихо. Идем к берегу. Вот там что есть. Так, Андрюха тут бур положил. Сразу начал лунку. Хватывает. Морозик есть. Морозик присутствует.
Еще утро. Еще утро расцветает, друзья. Народ съезжается потихоньку. О, есть, друзья. Есть первое. Подлещик есть. Такой вот подлещик, друзья. Пивной. Пивной подлещик. Вот она и первая рыба, друзья. Первый подлещик. Поклевку просто остановил и все. Пробуем. Здравствуйте, блядь. Здорово, Дима. Я говорю, его стоит машина. Ну, конечно, моя. Здравствуйте. Дмитрий. Дедок, позвал бы пойти сидеть. Ты здесь часто? Нет. Первый раз. Подлещики, наверное. Вон, сколько здесь? 150 входит. Почти как надо. А ехать нет, у нас заглохло там. Отглохло. Сейчас обсуждали. Заглохло. Видишь, он как шевелит. Хитро. Я вот не могу так. Это у меня чаще. На уколе как бы. Дима, надо было 30 лет проходки отработать. По муруке так пришли, да? Рыбаков еще добавилось. Потихоньку приезжают, собирают. Посмотрим, что там Андрюх затаился. Ага. Мелочь, да? Мелочь. Такие вот. Два сошло хорошие. Подлещички. Пивные. Хорошие, да? Ну ладно. А ты бурил? А, нет, ты одну здесь бурил, да? Ну, одну. Ладно, забуримся, если что. Пошел, короче, к берегу, друзья. Вот там пробуем. Лопатки не вывел. О, только опустил бы. Сорожки. Сорожечка. И на одном отмануете, да? Нет, две сверху. Шарик снизу. Две. Ну а принцип-то все равно отпусти. Да. Я и говорю, он говорит, садки увидишь, штраф, а так хайминки. Принцип-то все равно отпусти. Да. А? Петерхозничек пошел. Тоже подлещика, да? Ага. Пивная фонарька. На батарейке индикаторы, да? Ага. Там три штуки индикатор. Сука, ну как ты сюда зацепился? Да?
надо снимать. Ну там пустая хуйня. Подлещ. Подлещ. Она всех нам ушла на юга. Ну они хариуса там что-то ловили, я видел. Ну хариус у них совсем другой. Хариус таймешка, там еще приезжал к нему какой-то блогер. Вместе. Костян молодец. Простой. Никому на комментарии не отвечает. Да. Как у него канал называется? Не идеология. Ну. Это еще подлещик. Нечего демагогию разводить, да? Притормаживай сразу тюк. Пивной само то. Что-то лиску вообще перестал брать, да? А она же все перешла в другой класс. Ну я имею в виду, что шестой. Все только воскресенье выходной. Ну и у меня также, Саш. А ноябрь, декабрь весь проболели. Сперва я с ней в ноябре, потом она с матерью в декабре еще. Вирус подхватил? Да нет, вроде бы. Ну, чисто вирус, но не ковид, ничего. Сдавали тесты все эти, нихера. Да я тоже привитый. Мы с тобой привились в один день. Не жалею. Ты тогда в стрим вел. И я сидел как раз. Смотрел, и я привился в этот день. Но у меня рука болела, температура была. Сутки. А потом все. А жена вот привилась. Как проболела, сдала анализы все это. Пошла, поставила. Помельче пошел. Что за мормышка у тебя? Шарик. Дробинка? Дробинка. Медная. И это медная, да? И это медная, ага. Сейчас у Андрюхи посмотрим. Ну, тут второй. Ну, вся. Ну, видел, что полз. Поверх? Вся поверху, вся. Подо льдом. 2 метра. Она, может, и не берется уже что-то. Привала сейчас. Ладно, мужик, давай, поехали. Давай, давай, счастлив. Ты там сливи рыбу мою. Будете, как там, говорит, у нас приезжайте, да? Ага, второй пакет возьмем, если не влезть. Тромбану. Ну, тебя, кстати, вообще показывал, и хорошее пролетает. А? И хорошее показывал. Здесь? Ага. Подлещик. Миленький подлещик. Как его можно назвать? Пивной. Солим круто. Потом вымачиваем и засушиваем. Ну, сегодня клёв, друзья, честно, не утешает. Ну как, если вы сидите ловить, как говорится, мелочь, то клюет одна за одной.
так, чтобы что-то хорошее. Но, к сожалению, не очень. Новое место, конечно, хорошее, интересное. Рыбы всякой полно, как и рыбаков полно. Кто-то греется у костра, кто-то начал уже перекус, бурится, другие все уходят. Ну как-то так. Все замерзло. Бульк. Бульк. Подлещичек. После обеда в новой луночке. Проявился подлещик.
станет, нет, проскочит крупно. Она такая же, как и там. Даже подлещики, друзья, были миленькие. Такой вот клев сегодня, друзья. В принципе, клюет одно за одно. Только опускай. Окунёк залетел, огонёк.
Ну все, друзья, мы собираемся. В принципе, место обалденное, нам понравилось. Перспективное, вот так скажу. Уже замерз. В принципе, рыбачить здесь можно и нужно. Учитывая то, что глухозим, поклевки были неплохие. Улов сейчас попробую показать. Ну вот так вот. Вот тут вот, вот она ведерко. Ну вот. Вот так вот. Вот так вот. Ведерко. Ну, чуть больше пол ведра. Почти ведро. Вот Андрюха. Нахренача. Вот пакет майка. Тоже почти полный. Но есть неплохие экземпляры. Попадались даже вот такие вот неплохие окуньки. Окуньки. Вот попадались подлещики вот такие неплохие. В общем, рыбалкой остались довольны. Местных много поуехало. Машин осталось мало. В основном даже наш регион, 42-я Кемеровская область, камечей практически нету. Ну, по ихним словам, как они сказали, сегодня клёва вообще нету. Время 3 часа. Ну, как бы, наловились мы. Посмотрели для себя. Сейчас поедем домой, чтобы хотя бы по светлу проехать все сложные участки. Решили пораньше выехать. Да и рыбу куда ее? Наловили на жареху. Родным, близким раздадим. В общем, рыбалка вот такая, друзья. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Ну и до встречи на рыбалках. Все, всем пока, друзья.